Hola, какой интересная у соседей машина. Трам-пум-пум, пум-пум-пум. Всем привет, ребята! С вами, как обычно, Басёк. Добро пожаловать на мой канал. Так, здесь сегодня я нахожусь в своем дачном домике, вот в городе. Вот, так, по телевизору идет какой-то дрибит, да? Пум-пум-пум. Так, ладно, пойду на кухню, наверное, попью кофейку, приготовлю себе бутер и поеду куда-нибудь на работу, в свою офисную работу. Я в офисе работаю. Тук-тук-тук. Рано ступеньки надо будет их прийти, как-то неудобно немножко тут. Так-так-так. Пойдем на кухоньку. Тун-тун-тун-тун-тун. Так-так-так. Пойдем на кухоньку, закрываем. Так, тут пицца засохшая вчерашняя, надо будет новую купить. Бургер, хлеб прошлогодний, холодильники вообще просто так, а ну по ящикам, может хоть какие-нибудь чипсики, сухарики остались. Так, вообще ничего нет, в микроволновке тоже пусто. Так, морковка, нафиг она нужна, пусть у них рыдят. Кастрюля какая-то с пропавшим, протухшим борщом, по-моему. Да, это борщ какой-то, он протухший какой-то, он, посмотрите, какая-то плесень какая-то зеленая. Фу, не, такое есть не буду. Нет, не ко мне. А просто такое, я таким я не питаюсь. Блин. Так это получается придется ехать в магазин. Так. Ладно, 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 так. Тогда надо сейчас взять тут. Ага, тут где-то. Ага, вот бензин был. Надо взять с собой бензина, чтобы заправить машину. И поеду. Поеду. Короче, в магазин съездить. Так. Ну, машину вообще надо, наверное, отремонтировать, потому что дымится. Так. Ладно, открою пока гараж. Сяду в машину и заправлю ее бензинчиком немножко. О, вообще бензина мало осталось. Так, надо заправить бензином. Так, вот я заправил свою машину бензинчиком. Так, можно и потихоньку выезжать. Так, аккуратно, ничего не зацепить, а то машина поломается. Тихо. Так, тихонечко выезжаем. Тихо. Стоямба. Так, разворачиваемся. Ой, бедная машина. Еще один раз врежусь, и все, и хана. Развалится нахрен. Так. Под бензин. Так, а ты сзади когда там торчит. Так, закрывайся, сраный гараж. О, все, закрылся гараж. Так, все, можно садиться и ехать в магазин. А то продуктов вообще никаких нету. Так, все, погнали. В магазинчик съездим. Пум-пум-пум. Так. Тут неподалеку магазин есть. Тихо. Блин, машина дымится. Вообще боюсь, что в любой момент она вообще сломается. Так, эй, бомжара, вали с дороги. Бомжара. Да сраный ты бомжар, бомжи всякие на дороге, блин, стоят, блин, бедного бомжа разбил. Ну, сам виноват, на дороге надо вместе стоять. Аккуратненько выезжаем, так, вот сюда. Так, тут где-то надо будет мост, надо будет его переехать, и да, там на той стороне где-то будет магазин. Так, что-то пока моста не вижу, надо будем ехать вот в эту сторону, потому что не помню, где точно мост. Ага, вот он и мост. Так. Тихонько притормаживаем. Так, аккуратненько поворачиваем на мост. Перейдем в сторону. Так. И едем вот сюда. Так. Так, тут бы хоть бы не забудется в этом городе. То, блин, тут непонятно. Куча мостов, куча всяких домов. Все какое-то одинаковое. Тут забудется можно легко. Тихо. О, во. Вот он на магазин. Наконец-то я к нему приехал. Так. Аккуратно надо припарковаться, не разбить машину. Так. А вот сюда вот аккуратненько подъедем, вот где-нибудь припаркуемся. Так, вот так. Тихонько все, выходим. Так. Да, хватит тебя бибикать, тарантайка вонючая, так. Так, бензин, так, ага, вот он и магазин, наш супермаркет, сюда мы ходим обычно скупляться. Вау! Какие необычные дверухи. Так, тачка, корзинка, так, ладно, мне ничего не надо. Так, закрываем двери. Опа, знакомая рожа. Воксой, здорово. Да, привет, дружище, пирожочек. Вот, у меня скидки 10%, покупай. Я тут кассиром устроился. Да, понимаешь, устроился кассиром. Потому что ютубер сейчас не работаешь, приходится работать кассиром. Да. Да, кстати, я тоже надо думать, это, наверное, подработать, кстати, вот на рыночках подработать, потому что ютуберы мало заработают. Да, все по акции, покупайте по акции, да, хорошие продукты со скидкой по акции, да. Магазине пятерочка, все, короче, точнее, магазин бомжорочка, короче, неважно, покупай.
Да-да-да, возьму, наверное, корзинку себе. Так, хотя мне корзинка нафиг не нужна, наверное, так. Руки. Хотя, наверное, возьму все-таки корзинку. Вот в руках носить это не вариант вообще. Так, берем корзинку. Так, все, погнали. Купляться. Так. Что-то такое какая-то стоит. Так, это еще. О, вот это мне пригодится сухой завтрак. Так, что еще? Так, наверное... О, молока, точно возьму, молоко надо, так, мне тут что тут еще, мне надо, может родиться, так, возьму тогда хлеба, без хлеба никуда, так, не, пол я покупать не буду, это вредно, хотя, в принципе, можно и купить, так, это что, фрукты, овощи, так, бутылочка, чтобы вызвать джина, да, буду вызвать джина, загадывать ему желание. Так, апельсин. Подумаю, все-таки купить апельсинок. Ящик апельсинок, наверное, куплю. Все-таки апельсинки это вкусно. Поставлю себя дома и буду брать апельсинки, наверное. И надо так, какой-то синий попущий рис. Мне нафиг надо. Так, все тут еще вверху есть завтрак. Так. О, ну может все-таки взять бутылочку колы. Не знаю, брать или не брать. Ну ладно, я все-таки возьму, наверное, бутылочку колы. Так. Ага, что там наверху? Колбаса-то это же святое. Так. Это пошел нафиг. Мотыга. Вот, а у колбасы лучше возьму. Колбасы взять, блин. Мотыга вонючая. Так, вот колбаса мне нужна. Колбаса это хорошая штука. Так. Бензин тоже положим сюда. Так. В Оксаде, вот я скупился. Так, пробей мне, пожалуйста, продукты. Вот колбаса. Вот, короче, сухой завтрак. Вот молоко. Короче, хлеб, бутылочка вина, точнее, бутылочка джина выгнать, вызвать, ящик мандарин и напиток. Ага, так. Пик. Ага, с тебя 8 изумрудов, да, 8 изумрудов. Да, 8 изумрудов, вот как-то неожиданно они у меня появились, на, вот 8 изумрудов, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А, да, так, все, можешь забирать покупки, так, ага. Корзинку где-то тут стояла, так, ага, все, ладно, отдавание продукты, так, ага, все, а, изумруды забираю, нафиг они мне нужны, так, хотя они, в принципе, нужны, так, ну ладно, покупки не важнее, все, так, все, поехал я домой, так, все, давай, пока, кстати, удачи, так, эти бронированные непонятные космические супер-пупер двери на магазине, так, так, ресторанчик, ага, ой, точнее, какой-то ресторанчик, наверное, сидят, бухают всякие, алкаши вонючие. Так, ну мы с вами не такие, ребята, мы еще... Ой, а что это такое? Ой. А все, теперь не так, теперь все нормально, это была какая-то хрень, какая-то непонятная юбочка из мандарин, замандаринная юбочка. Так, я же надеюсь, ребята, что вы не алкаши, если вы не алкаши, то напишите в комментариях, что вы хороший, нормальный, порядочный человек. А если алкаш, то ну что ж. Алкаша мне тоже рад на своем канале, главное, чтобы вы меня смотрели и ставили лайки. Короче, ладно, друзья. Все, садимся мы в мой джипик, Кадиллак, так, и поехали домой. Так, главное развернуться тут, так, ага. Ага, так, разворачиваемся аккуратненько разворачиваемся и едем домой. Так, главное опять не заблудиться, а то я пока сюда ехал, заблудился. Так, блин, какой у нас можно заблудиться, блин? Можно вообще легко заблудиться. Так, повернем, наверное, не на этом, мосту, наверное, на следующем, так будет ближе, потому что ты еще через полгода доберешься, да, вот. А на этом мосту вот будет лучше всего, хотя мост какой-то немножко не такой, как тот. Ну да ладно, в принципе, я не понял, на каком мосту лучше поворачивать, в принципе, что-то они, в принципе, находятся рядом. Так, поворачивайся, да, только тут уже немножко осталось, то сейчас, хоп. Ой, блин, черт, бензин закончился, капец, придется сейчас машину заправлять. Так, заправил машинку, можно ехать себе, в принципе, дальше. Так, поедем тут, в принципе, чуть-чуть осталось, поэтому, я думаю, нам этого бензина, чтобы доехать домой, хватит. Вау, интересно, в городе трубы стоят, нифига себе. Вау, да, я просто недавно в этот город переехал. Так, тихо, тут я запомню, что возле Макдональдса надо поворачивать. Вот, у нас в городе даже Макдональдс, если вам не деревня, жители номер 13, там где надо вонючие рядочки пахать. Это вам мегаполис какой-то, прямо такие, город вонючий. Прямо такие, короче, город, это вам не деревня, жители номер 13. Так, аккуратно, бомжара на дороге стоит вечно. Бомжара, пошел нафиг! А-а-а-а-а-а-а-а-а! Вот так вот. Так, поворачиваем. Так, открыть ворота. Так, открываем ворота.
Ворота что-то не хотят меня слушаться. Бля, какие ворота, охренел. Так, 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 теперь заезжаем. Аккуратненько, чуть-чуть, по-чуть-чуть. Стоп, хоп, стоямба. Так, закрываем ворота. Пу-пу-пум. Так, все, закрыть ворота. Так, поставлю в гараже ящик мандарин. Хотя нет, в гараже не буду ставить, пойду все нормально, сразу на кухню отнесу. Это просто сначала хотел в гараже поставить себе ящик мандарин. Но потом передумал, не, пусть все-таки лучше стоит на кухне. Так, на кухне, на кухне, на кухне. Да, на кухне там нет места нету. Так что, поставлю, наверное, не на кухне, поставлю. У меня тут, скажем так, такая комната тут для всякого хлама. У меня будут мандаринки стоять. Так, 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 так. На сухой завтрак отнесу, поставлю на стол. Так, уберу пиццу, она все равно протухла. Так, бургер тоже уберу. Так, поставлю тут где-то хлеб пусть стоит. Так, 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 где же поставить хлеб? О, пусть тут стоит хлеб. Так, так, так. Так, положу холодос этот колбасу. Так, ой, да ложись давай в холодильник. Вот ты какая радость, не хочет ложиться. Ну ладно, поставим тогда, так, пусть молоко стоит вот тут, а вот. Так, и бутылочка вина 100-летней выдержки. Так, так, так. Так, положим это все сюда, так, 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 так. Коу-коу-коу, тоже положим вот тут вместо этого засохшего хлеба, потому что он засох уже, древний непонятный хлеб. Так, все, в принципе, теперь я могу сесть перекусить. Так, 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 приготовлю себе хлопья, так, так, так. Ням-н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 ям
Какая вкуснятина, какая вкуснятина. Да идите вы нафиг, блин, хлопья, блин, подцепились до меня. Так, так. Как думаете, друзья, какую у меня кофточку одеть в следующий раз? Сейчас у меня синяя, как думаете, какую у меня одеть? Может, зеленую? А может, красную, как у Оксайди? А может, все-таки синюю? Я все-таки швасек. О, да-да-да, вот моя синяя рубашечка, весь сторона все-таки идет. Где дальше швасекок? Вообще, какой-нибудь там в Оксайди или эффект, чтобы одевать другого цвета кофточки. Я Васёк, а Васёк тогда в синей кофточке ходит. Ладно, пойду себе наверх отдыхать, смотреть телевизор, играться на компьютере, снимать концерт-консол. Ролики для вас, поэтому, так. Где тут шторка, закрывать. Все, поэтому. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, с вами был, как обычно, Васёк. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в магазин в Оксайди. Всем удачи и всем пока-пока-пока-пока!